сейчас я нахожусь на твинке, 4500 кубка у меня, не знаю, получится ли с первой попытки, возможно, и нет. Колода у меня Голем 2 Принца, я знаю, что скоро будет фикс Темного Принца, поэтому я решил апать кубки именно сейчас, хотя до конца сезона еще 16 дней. Ну, хочу сделать 4600, это рекорд, на данный момент я нахожусь на рекорде. Это мой твинк, 10 уровень, я его хочу вывести на 4900. Подпишись на канал прямо сейчас и поставь лайк. И скоро будет открытие, это мой новый проект, кто не в курсе, я объясню, твинк. И на твинке я хочу сделать одну колоду по фулу. Эпики, рарки, все, чтобы было фул. Короче, ставьте лайки и скоро увидите открытие. И подписывайтесь, и на колокольчик. Поехали в бой. Пожелайте, естественно, удачи, потому что мне тяжело. Ваша поддержка мне сейчас очень кстати. Пожалуйста, прожмите лайк, хэштег там тащи, я не знаю. Придумайте сами, проявите фантазию. Поехали. 13 уровень. Зап не хочу сливать. Мне такое чувство, что меня байтят на него. Ставим сборщик. Валькирия, вперед выйди. Фаербол. Привет, удачного стрима, очень хочу батл с хурма. Да, батл с хурмой будет возможно. Ну, естественно, что... Тихо. А, разгон сбил принцу. Мда. Надо как-то до двойного эликсира, короче, дожить. Перетащить, наверное... Ага. Я, наверное, гига перетащу на главное здание. Если получится. Братан, это тебе на пиар-канал и ссылка удалена. И если хурма не обманет, то реклама с моим каналом выйдет в видосе, где у вас убедил базу. Спасибо большое. Ну что, самое время ставить голема. Поехали. Не знаю, что получится. Ну, постараюсь сразу за заход снести башню. Надо срочно дракон. Go battle с ГХГ на сундуках и зеброй. Ну, ГХГ на сундуках не хочет, а зеброй скоро будет. Хорошая торнадо. Шикарно, шикарно вообще. Привет, как дела? Удачно все. Максим, спасибо, дела хорошо. Так, давай трешечку. Гасим его. Трешка! Пацаны, осталось две атаки и на моем твинке 4600 кубков. Вот реально, вы думаете, что ваш лайк, ваша подписка ничего не меняет? Меняет еще и как. Вот прямо сейчас прожмите лайк, прожмите подписку, если не подписаны. Ну и на колокольчик можете тоже в комплект нажать, чтобы реально я взял 4600. Потому что, ну, я очень стараюсь и это очень важно для меня. Я очень ценю ваши лайки. Две игры. Поехали. Дом, 12 уровень. Так. Сборщика вначале нету. Хз, как быть. Гигант с краю карты. Принц не с разгона, кстати, урон нанес. Я не знаю, он это сделал случайно или запланировано. Опять ведьма. Да вы что, издеваетесь? Ты еще 7 уровня, лол. Мне ее однозначно надо дефать, иначе GG. Много эликсира слил. Надеюсь, он будет дефа. Ого. Давайте от этого варвара засосем на главную вышку. А, там и, не... там и двух засосали. Короче, против меня элитные варвары.
Блин, я не могу задефать. Это минус башня. Ладно. Ответь, человек нормальный, идет пека, а он на нее элиток. Я не знаю, братан, не знаю. Пойду с этой стороны. Что-то, мне кажется, он трешку снесет, если я сейчас пойду на две короны. Капец. Элитки сейчас снесут голема. И чем я буду атаковать? Хэштег холдик тащи, гоу-гоу-гоу, тяжело, пацаны, тяжело, видите, что на волоске все держится. Парень плачет, значит, он уже отчаялся. Надеюсь, на элиток у него не хватит, нет, хватает у него на элиток. Тычку, есть. Давай. Ваши хештеги, ваши лайки, ваша подписка. Это все благодаря вам. Фух, последняя игра. Ну что, пацаны? Выжмем 4600. Поехали, надеюсь, все уже лайк поставили. Понеслась. Один бой. Если я выиграю, то следующее видео, где я прокачиваю голема на 8 левел, и мы будем идти на 4900. Если вам интересен этот путь, то подпишись и на колокольчик нажми. На колокольчик это чтобы не пропускать видосы. А ты видосы пропустишь, если не нажмешь на колокольчик. Поэтому нажимай и узнаешь, дойду ли я твинком до 4900 или нет. У меня сборщик следующая карта, я не знаю, что делать. Давайте, темный принц. Посчитай свои скрины и апни 4900. Удачи. Спасибо. Так, что это такое? Кладбище? Ого. Ого, пацаны. Кладбище тяжело дефать. Капец, просто рыцарем задефал. Я сейчас поставлю сборщик. И он кладбищем просто заберет и башню, и сборщик. Спасибо, Кирилл. Кейсы сразу после рояля. Сейчас будет poison. Зачем я скинул темного принца? Лах. О, минус инферно. Он почему-то не слил poison. О, вот poison. Но он почему-то не на сборщик. Ну ладно. Так.
Пацаны, пацаны. Это 4600, да? Да, это 4600? Давай, 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 давай. Нет, где моя картинка? Блин, ее нету, где она? О, вот она! Пацаны, 4600. 4600 на твинке, это рекорд, поздравьте меня! Красота. Блин, друзья, пожалуйста, прямо сейчас подпишитесь на канал и поставьте лайк. Реально, я вас весь выпуск это прошу. Ну, вы не представляете, как это вот реально поддерживает. Не знаю почему, но это очень сильно поддерживает. Я взял 4600 благодаря только вашей поддержке. Но это еще не предел. Мы ведь пойдем на 4900. А значит, что я на следующий выпуск прокачаю голема на 8 уровень. И если выпадет дракончик в сундуке фортуны, то будет еще выпуск, как я открываю сундуки. Короче, если вам это интересно, как я дойду твинком до 4900, прямо сейчас подпишись на лайк и на колокольчик нажми. На ютубе я буду прощаться. Спасибо вам всем за просмотр. Спасибо, что поддерживали. Всем вам удачи, хорошего вам настроения. Жду вас на стримах. Приходите. И до скорых встреч. Пока.